Всем привет, ребята, это Дури. Сейчас вот отстримил стрим, иду в магазин за колой. И пришла мне в голову одна мысль, почему же я не использую прицелы необычные. Мне вот только что после стрима написал человек, говорит, как скачать такой прицел, как у тебя. Я говорю, ну скачаешь стандартные клиенты, и этот прицел там прямо-таки будет. Я, наверное, не использую нестандартные прицелы, всякие моды, которые там должны бы помогать нагибать кого-то. Ровно по той причине, что после каждого патча все эти прицелы, все эти моды перестают работать, и приходится обратно привыкать к старому прицелу, что само по себе неудобно. Я для себя принял решение, просто я лучше привыкну к стандартному прицелу, но не будет этой проблемы, потому что обычно я моды обновляю как раз перед выходом следующего патча. У меня руки до этого доходят. Поэтому, ребята, вот такая моя позиция. Ну, а вам уж как удобней. С вами был Тури. Сейчас затарюсь колой, отдохну и снова стрим полуночный на этот раз. До встречи.